Так, друзья, покупки Владимира. Изначально я вас так, вот так почему-то поставила, когда хотела вам показывать. В общем, молоко вот такое вот, фермерское подворье, 2,5%. Раз, два, господи, три. И еще одно такое же молоко, 4. Идем дальше. Вот такой вот сок, виноградный микс, кубанский продукт, сочная долина. Вот против кубанских соков я ничего не имею. А вот краснодарский соус я ненавижу. Мне от него плохо почему-то. Дело даже не во вкусе, он нормальный вкус, но мне от него плохо. А, как всегда... Что это за звук такой? Господи, аж перепугалась. Как будто в районе раковины. Телефон зазвонил. Откуда там телефон? В общем, красная капуста. Морковочка, две штучки. Вот. Это свекла, хотя сказать. Лук.